разрушили линию обороны врага. Наши быстроходные и более маневренные суда легко сокращали дистанцию для удара. И также легко выходили из-под обстрела, со всех сторон нанося врагу удары. Я отдал приказ другу Триису нанести завершающий удар. Он обогнал неверных и развернулся. Враг оказался зажат между двух огней. И Дориа был вынужден отступить. Сражение продолжалось с полудня и до ночи. Дориа приказал погасить огни на всех своих судах. Этот приказ принес его флоту лишь позор и признание неудачи. Впрочем, воспользовавшись темнотой, Дориа спас половину своих кораблей и бежал. С позволения Аллаха, мы одержали очередную великую победу, повелитель. Для меня честь отправить вам славную весть, что мир снова склонился перед вашей высочайшей волей. Ваш презренный раб Хызыр Хайреддин. Хасан Рейс. Я рад и удовлетворен доброй вести, что ты принес. Проси у меня, что только пожелаешь. Самая большая награда — принести весть о победе, что одержал мой отец Хызыр Хайреддин Паша вместе с его храбрыми капитанами. Паши и бей. С позволения Аллаха, его волей и защитой, и вашими усилиями наша победоносная война теперь завершена на трех фронтах. Мы поднимем знамя Аллаха в краях, где встает солнце и где оно садится. Слава благословенной армии ислама! Мы вознесем до небывалой и недосягаемой высоты, иншалла. Аминь. Госпожа. Госпожа, ваши владения в Визе и в Силеври проданы, как вы приказать соизволили. Деньги уже получены. Хорошо. Тогда немедленно пошли кого-нибудь за сеньорой порцией. Надо ей вернуть долг и забрать у нее расписку. Я уже послал, госпожа. Она едет. Госпожа, есть еще одна новость. Наш повелитель прибыл в Эдирне. Он торжественно въедет в столицу уже через 10 дней, иншаллах. Хвала Аллаху. Сюмбюль, пусть все готовятся к встрече повелителя. Как прикажете, госпожа. Да? Проходи, Нигер. Госпожа, оба владения Хюрем-Султан, как вы и просили, купил Мехмед Мухиддин из рода Карачелеби-Заде. Очень хорошо. Пусть подготовят все необходимые бумаги. Как прикажете, госпожа. Можешь идти, Нигер. Что ты собираешься делать? Я просто не позволю, чтобы эти владения в чужие руки попали. Повелитель уже в Эдирне, а ты с какими-то владениями возишься. Хатидже, потерпи немного. Еще чуть-чуть, и цель будет достигнута. Хюрем будет наказана. Но по воле повелителя, а не нас. Пустая надежда, Шахубан. Повелитель правит самой великой империей, а справиться с ней с Хюрем не может. Ей всегда удается выкрутиться. Ты же еще и виноватой окажешься. Я продумала все, так что не волнуйся. Сеньора Порция, добро пожаловать. Прошу вас. Это ваши деньги. Вы их можете забрать. А данную мною расписку, пожалуйста, вручите Сюмбюляге. Извините, но тут какая-то ошибка. Какая, сеньора? У меня расписки нет. Я вам ее отправила. Как отправили? Когда? Мы ее не получили.
Госпожа, ну как же? Где-то через неделю после нашей встречи ко мне пришли Ага и Калфа. Они сказали, что их прислали вы. Я прислала, вы говорите? Да, я сама удивилась. Уж очень быстро, я не ожидала. Они все отдали мне. Весь ваш долг. Я получила деньги и, естественно, отдала им расписку. Дорогу! Хасики Хюрем Султан Хазрет Лири! Хюрем? Госпожа, у вас, я знаю, находится то, что принадлежит мне. Надеюсь, вы взяли это, чтобы мне отдать. Не понимаю, о чем ты. Госпожа, бросьте вы эти игры. Мне же понятно, что вы мой долг выплатили. Ты, Хюрем, жена великого падишаха, владеющего всем миром. И деньги у какой-то венецианки занимаешь. И еще потом приходишь и без зазрения совести у меня что-то требуешь. Госпожа, это мой долг. И я готова его вернуть. Деньги у меня есть. А эта женщина просто негациантка. Никакой политики нет. Неужели? Надо лучше наводить справки, Хюрем. Ты взяла в долг у женщины из рода венецианского дожа Андреа Гритти. Тебе ведь хорошо известно, кто они? Это наши враги. Госпожа, я привезла деньги. Отдайте расписку ради Аллаха. Сожалею, Хюрем. Ты опоздала. Повелитель уже в Эдирне, скоро будет в столице. И я все ему расскажу, как только он приедет. Он должен знать, как ты порочишь честь нашей великой почитаемой династии. Дворец в Эдирне. Да, повелитель. Его зовут Аглан Шейх Машуки. Его батюшка, Пир Али, очень почтенный человек, как вы знаете. Но мы ведь детей не выбираем, к сожалению. То, что он говорит, это просто ужасно, государь. И что же он говорит такое? Язык повторить это не поворачивается. Да простит Аллах меня. Неуважительно отзывается об Аллахе. Всех столпов исламской веры он отвергает. Ходит по базарам, школам, мечетям с проповедями своими. Мутит безбожник народ. Как же ты допускаешь это? Ничего не предпринимаешь? Да я уж несколько раз его предупреждал, повелитель. Но, видите ли, он еще молод, очень молод. Вот, так сказать, юная кровь и бурлит. К тому же, мне бы не хотелось как-то бросать тень на его отца. Что ты предлагаешь? Я полагаю, что лучше всего будет просто выслать его из столицы, повелитель. Без шума, тихо, не привлекая внимания. Это не нужно. Ты что скажешь, Литфи-паша? Повелитель, казахский эфенди, я считаю, прав. Всегда ведь найдутся глупцы, готовые следовать за такими безумцами. Из этого незначительного факта может разгореться большой пожар. Правильно, я согласен. Ему надо сделать предупреждение еще раз, а не одумается отправить на родину. Вернемся в столицу, и я займусь этим делом. Я глубоко уважаю его отца, Али Эфенди. Да. Повелитель, Хызыр Хариддин Паша пришел. Проси. Ты
повелитель. Харидин Паша. Весть о твоей победе разлетелась во все концы света. С таким командующим, как султан Сулейман Хан, мы выиграем все сражения, иншалла. Иншалла. Если бы вы не назначили командующим флотом адмирала Дория, этого бы ни за что не случилось. Он не пошел в атаку, когда дул ветер. А как только этот ветер утих, Барбаросса уничтожил все наши корабли. Если венецианцы не будут доверять никому, кроме себя, то результат всегда будет таким. Вы не выполняли мои приказы. Вы действовали по своему усмотрению. И поэтому вы погасили адмиральские фонари и позорно бежали. Я без вас разгромил Барбароссу у Тунисской галеты и алжирского порта Шаршал. Вы собираетесь утешаться прошлым? Французский король, предавший дело христианства ради 30 серебряников, должен быть доволен. Средиземное море было нашим, но благодаря ему мы отдали его туркам. История никогда не простит тех, кто посмел предать дело Христа. Мы всегда, с самого основания нашего великого государства, были сильны на суше. Но на море, несмотря на все усилия наших славных предков, нам не удавалось одержать победу. Наш морской лев Хызыр Харидин Паша подарил мне эту радость. Да благословит тебя Создатель и дарует тебе долгую жизнь. Ты получишь все, что нужно для нашего флота. Деньги, воинов, все, все, что скажешь. Если мы будем непобедимы на море, мы сможем освободить мусульман, находящихся под властью испанских и португальских неверных. Как новые девушки? Их уже обучили всему? Да, госпожа, конечно. Они подготовлены как положено. Надо развлечь Шахзаде Фидан. Он что-то не в духе. Как прикажете, госпожа. Только ты девушек, Фидан, самых красивых и искусных отбери. И до того, как к Шахзаде поведешь, покажи их мне. Как вы пожелаете. Харидин Паша вновь прославился. Уничтожил вражеский флот, причем мощнее нашего. Андреа Дория фонари свои потушил и удрал. Еще бы, все правители, которым он служит, и даже Карл, бегут от гнева нашего повелителя Ташлы-Джалы. И он сбежал. Глупец. Он похвалялся, что завоюет столицу. Это будет ему уроком. Когда наши воины вернутся из похода, нужно устроить в их честь торжества. Пиры, развлечения. Они все заслужили и награды, и хороший отдых. Как прикажете. Если это все, можете идти. Получено сообщение из Алании. Все отправленные для верфи материалы туда уже доставлены. Скоро эта верфь начнет работать. Я рад. Шахзаде. Все считают, что наш повелитель уже знает о восстановлении верфи в Алании. Да, мы его известили. Я знаю. Но повелитель до сих пор не ответил на письмо. Это недобрый знак. Не волнуйся. Если бы он был против, я уверен, мне бы сразу об этом сообщили. Слушай, я волнуюсь. Мы успеем все сделать? Не беспокойся, Фидан Хатун. Девушками занимаются. Покои Шахзаде сейчас уже готовят.
Хорошо. У нас все должно пройти без всяких заминок. Иди на кухню, проверь, немало ли еды. А я за девушками. Девушки, вы еще не закончили? Что вы тут делали? Чудесно. Вы им объяснили, как надо вести себя? Надеюсь, мы не опозоримся. Нет, Фидан Хатун. Румейса, ты зачем явилась сюда? Да еще нарядилась. Махиде Фран Султан мне велела тоже участвовать в развлечении. Почему я не знаю об этом? Не знаю. Мне так было сказано. Ну ладно. Девушки, честь предстать перед самим Шахзаде не каждой выпадает. Цените это. Умейте слушать с умом. Ну а главное, всегда будьте учтивы. Уже хочешь? Уложи ее. Айше, ты тоже с госпожой иди. Айше Хатун. Слушаю, госпожа. Где ты витаешь? Я говорю с тобой, ты что, не слышишь? Простите, госпожа, я задумалась. Фидан, госпожа, ну что, как там? Шахзада всем доволен, иншалла. Не беспокойтесь, госпожа. Все девушки так хорошо танцуют. Шахзада очень доволен. Прекрасно. А Румейса где? Я ее что-то не вижу. Она в покоях Шахзаде. Тоже танцует там с девушками. Ты послала ее? Нет, госпожа. Она сказала, вы ей велели пойти к Шахзаде. Смотри, надо же, шутница какая. Я сейчас же ее оттуда уведу, госпожа. За уши вытащу. Нет, успокойся, не надо. Пошла и пускай расхочет. Она ведь тоже, как и все девушки, здесь для того, чтобы Шахзаде делать счастливым. Ну-ка, иди сюда. Что-то случилось, Фидан Хатун? Да, случилось. Госпожа не знала, что ты пошла к Шахзаде. Простите, Фидан Хатун. Еще на губах молоко не обсохло, а вытворяешь такое. Ты что это? Не в Шахзаде ли влюбилась? Ты поэтому из сеньора не уехала. Осталась ради Шахзаде.
Что ты вообразила? На что ты надеешься? Да кто ты такая, что мнишь, будто достойна стать возлюбленной Шехзаде? Ты Аллаха благодари, что госпоже нашей служишь. Я не только буду его возлюбленной, я стану еще и матерью наследников. Фидан Хатун. Шехзаде Хазрет Лири велел для него девушку подготовить. Какую девушку? Говори. Зелиху Хатун. Так-то вот, ты слышала? Для матери Шехзаде танцевать уметь мало. Место свое знай. Ступай в хамам сейчас же, хорошенько вымойся. Надень, что положено, и за работу, ясно? И больше никогда врать не смей мне. А ты что стоишь, смотришь? Готовь Зелиху Хатун для Шехзаде. Это очень важный документ, и его необходимо забрать. Тогда Шах-Султан ничего не докажет. Да, госпожа, но как же это сделать? Шах-Султан его бережет, как зеницу ока. Да и во дворец даже войти невозможно. Ты с кем, интересно, Сюмбюляга? Госпожа, с вами, конечно. Но положение ясно как день. Я скажу так, выход один. Надо уже думать, как быть дальше, когда наш повелитель узнает все. Фахрия Хатун, ты что скажешь? Что-нибудь можно сделать? Сюмбюляга прав, госпожа. Во дворец мы не попадем. Но можно попытаться Шах-Султан оттуда выманить как-то. И что? Документ или жизнь? Что она предпочтет? Как вы считаете, госпожа? Ты с ума сошла? Да ты что? Вы же знаете, кто она. Как это можно? И не думайте даже. Тогда нам конец, это уж точно. Пара дней у нас есть. Надо все обдумать. Не стоило ей ничего говорить. Хюрем пойдет на все, что угодно. Только ничего у нее не выйдет. Вы что, забыли, что она с Хатидже Султан сделала? Нет, потому и хочу уничтожить ее. Не беспокойся. Я уже все обдумала. Рано утром я уезжаю. Поеду в Эдирне и расскажу все повелителю, как и что было. Да, это разумно. Гюльфем, а может, и ты поедешь? Нет, правда, поехали. А можно? А что повелитель скажет? А что такое? Ты же со мной будешь? Воздухом лесным там подышишь? Благодарю вас, госпожа, но Хатидже Султан нельзя одну оставлять. Кто знает, что Хюрем вытворит? Не волнуйся. Я приняла все нужные меры для ее безопасности. Я хочу, чтобы... Ее не касалось это все. Она и так настрадалась. Она очень странная стала. К ней чтица Корана все ходит. Они с ней запрутся и до ночи молитвы читают. Хюсрев Паша вернулся. Никак, говорят, приносит благостность. Скорее бы уж свадьба. Ну да. Только она так разговаривает. Ощущение, что она безумна. Я боюсь, как бы она чего не сделала с собой.
Кьяр, ты знаешь, выходит. Фахрия Хатун, у тебя какое-то дело? Госпожа, я Гюльфем Хатун видела. Она разговаривала с Афифе Хатун. Она сказала, что утром они с Шах-Султан уезжают. Как это? Куда уезжают? В Эдирне, госпожа. Она будет Шах-Султан сопровождать. А, гадина. Ясно, она не упустит такого случая. Напоет там повелителю Аллах знает что. Вот он шанс для нас, госпожа. Раз она едет в Эдирне, то она возьмет обязательно документ. Ну, как видно, другого выхода у нас нет. Надо торопиться. Немедленно беги к Сюмбюляге. Скажи, он должен послать самых надежных людей. Шах-Султан не должна доехать до Эдирна. Как прикажете, госпожа. Госпожа, простите, но я думаю так же, как и Хатидже Султан. Повелитель всегда не верил, когда ему говорили о злодействах Хюрем. Он не поверит и сейчас. В этот раз поверит. Я приложу для этого все усилия, Гюльфем. Я не допущу, чтобы она победила. Это мой долг. Вот ее смертный приговор. И я лично его вручу повелителю. Позвольте беспокоиться, госпожа. Эти люди мастера своего дела. Они все уладят. Иншалла, Сюмбюляга. Об ином исходе я даже не могу подумать. А я вот со страхом думаю, что нас ожидает. Шах-Султан не смолчит, так этого не оставит. Расскажет повелителю о том, что произошло с ней. Да нет, не бойся. Она не расскажет. Она у нас не только умная, но и гордая. Да вы хоть знаете, кто мы? Если дотронетесь до нас, голов лишитесь. Нет, стойте! О, Всевышний, смилуйся, помоги! Говори, где? Как я скажу, я не знаю, что. Документ где? Так значит, это Хюрем. Госпожа! Эй! Эй, помогите! Помогите! Говори, а то не пощажу, перережу горло! Нет, не посмеешь. Не думаю, что у тебя такой приказ. Не трогай ее! Не трогай! Где документ? Аллах, не убивайте меня! Не смей, отпусти! Отпусти ее! Я отдам бумагу. Thank you.
случилось что-то? Надеюсь, не Шах Султан. От нее есть вести? Еще нет. Рано, они вряд ли уже доехали. Вы так срочно вызвали меня. Моя помощь нужна? Госпожа, вы меня слышите? Что с вами? Нигер Хатун. Где Ибрагим похоронена? Не надо. Не отрицай, это бессмысленно. Ты ведь знаешь, где его могила, Нигер. Я уверена. Ты меня отведешь туда. Госпожа, я не знаю, где она. Не лги, мне довольно уже. Скажи правду, хотя бы сейчас. Я же тебя видела. Вы видели меня? Да, во сне. Ты возле могилы плакала горько. Ну что вы, госпожа? Я ведь вообще никто. И мне не говорят, где она. Да и потом, может, у него вовсе нет могилы. Что же их до сих пор нет, а? Почему все затянулось так? Явно стряслось что-то. Неужели им не удалось? Госпожа, не волнуйтесь. Еще подождем. Иди узнай, что там. Если они скажут снова, что им помешало что-то, я придушу их своими руками. Госпожа, хвала Аллаху, привезли. Я тебя понимаю. Ну что ж, ты так до конца своих дней будешь один? Человеку обязательно нужна семья, нужны дети. На все воля Аллаха. Может, и у меня будут, если суждено. Иншаллах. Войдите. Повелитель, Шах Султан Хазрет-Лири пожаловала. Что стряслось? Зови. Повелитель. Шахубан. Гюльфан. Что случилось? Это ужасно, повелитель. Когда мы ехали сюда, на нас вдруг какие-то люди напали. Мы едва не погибли, Сулейман. Кто посмел вас тронуть? Госпожа моя. Балибей, немедленно найди этих мерзавцев. И сразу же доставь их ко мне всех. Как прикажете, государь. Госпожа, а где это случилось? Вы запомнили? Да, мы как раз Хафсу только проехали. Повелитель. А, собственно, что вас вообще заставило? Зачем вы сюда приехали? Чтобы передать один очень важный документ, повелитель. Я сама решила это сделать, пока он никуда не делся. А у меня хотели отобрать его. Но я предвидела это и приняла все нужные меры. Подожди, я не пойму, Шахубан. Какой документ? Кто его хотел забрать? Хюрем, повелитель. Это она нападение устроила. А это причина его.